Зарина Гизикова последний раз за сегодняшний день выходит на площадку универсального спортивного зала «Дружба». Она выполнит упражнение с обручем, а после трех видов в лидерах Ляйсан Утяшева. На бал она обгоняет Анну Бессонову, которая вторая. И на третьем месте Тамара Ерофеева. Прошу прощения, конечно же, в лидерах Зарина Гизикова. Она так высоко поднялась в этой таблице, что обогнала даже некоторых гимнасток из предыдущего потока, которые, у которых обозначена сумма за все четыре вида. Она первая, на втором месте Утяшева и на третьем Бессонова. Конечно же, Зарина Гизикова первая, потому что она единственная из лидирующих гимнасток, из фаворитов этого потока, кто не уронил предмет ни разу. И вот так вот гимнастка, которая была в сборной пятой, неожиданно получает шанс выступать на престижном соревновании и выходит в лидеры. Но это только третий вид. Соревнования еще продолжаются.